повседневной жизни язык, на котором мы говорим, очень часто воспринимается нами обыденным. Мы часто забываем, что язык – это драгоценное достояние каждого народа. Он создается и совершенствуется в течение многих веков. К этой проблеме обратились и участники пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ». Для сохранения и развития языков привлекаются все сферы деятельности. Представители разных организаций проводятся крупные мероприятия. Так, например, в ноябре прошел 5-й международный форум сохранения и развития родных языков в условиях многонационального государства «Проблемы и перспективы». На базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в рамках форума состоялись конференции, олимпиады и круглые столы. А 1 декабря, напоминают эксперты, в Казани пройдет фестиваль культуры татарского народа и народов Поволжья. Студенты как нашей республики, так и учебных заведений Поволжья будут представлять музыкальное творчество, вокал, хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество, театральное, литературное творчество. Специфика нашего фестиваля, что она будет отражать культуру и национальные традиции нашего татарского народа и народов Поволжья. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.